Ольга, здравствуйте. Добрый день. Ну вот начала я как раз с Евгения Пригожина, с его такого отчаяния, кажется, даже в каком-то смысле, может быть, субъективно унизительно, он пытается достучаться с просьбой получить боеприпасы, и 9 мая было опубликовано очередное его обращение, и, судя по всему, боеприпасы так ЧВК «Вагнер» и не поступили. Что известно вам об этом? Ну, вы знаете, дело в том, что здесь есть много ответов на этот вопрос, много логических связей. Ну, собственно, нет боеприпасов, не набирая людей. Здесь есть логическая связь номер один. Тем не менее, людей он по-прежнему набирает, и по-прежнему он не оставляет Бахмут. Он обещает оставить, не обещает оставить. Но я бы не сказала, что у него обращения такие жалостливые. Не-не-не. Это про другое вообще. Тут человек, извините, жопу рвет за родину. Это вот, собственно, вот. Он не боится Шойгу, он не боится Герасима. Более того, он не боится некого дедушки, называя его мудаком. Уж, извините, с песни слов не выкинешь. Цитировать так цитировать Евгения Викторовича. А если Евгений Викторович что цитировать, то тут уж не обойтись. Ну, про Герасимова это он сказал. Потом он пояснил, что это, вероятно, про Герасима. Или там еще была участница Дома-2. Вы кого имели в виду? Да, это известный анекдот, совершенно верно. Но так как дедом зовут всего одного человека, в принципе, добавляя, правда, бункерный, то, в общем, что? Естественно, у него, конечно же, сейчас не военные амбиции. Он не строит из себя жертву, он наоборот, он в роли отца народов, отца нации, спасителя солдатиков, которых всем жалко. И, конечно, это президентский старт, конечно. Уже появились плакаты с Пригожиным, какие-то прикидывают маркерные вещи, макетные. И да, у него слева один генерал, справа другой генерал, один Мизинцев, второй, соответственно, Суровикин. Сзади у него генерал Виктор Золотов, как он весь обвешан генералами. Впереди и сзади у него, опять же, маргинальная часть населения, то есть большинство населения. Ну и, например, я уверена, что какая-то часть интеллигенции тоже будет за Пригожина. Вот я, например, за него просто категорически не поленюсь в посольство сходить проголосовать, если он будет там. Ну, потому что мне чем хуже, тем лучше. Ну, это все скорее кончится, да, накроется это быстрее. Пригожин – это прям вот вариант, при котором все накрывается в течение года. И не надо будет ждать 20 лет, тянуть кота за хвост. А все быстро. Все быстро. Поэтому вряд ли это жалостливо, и вряд ли речь вообще идет о взятии Бахмута. Если речь шла об этом, ну, еще в апреле, что да, Бахмут, не Бахмут, то сейчас речь не об этом. Сейчас у нас выковывается в огне и холоде тревог, возможно, выковывается отец нации. Пожалуйста, любите, жалуйте. Сейчас речь идет об этом. То есть есть какие-то негодяи, о которых он говорит, что они же там пируют, они же там гуляют, а мы же подаваем сыновьев. Да? В общем, он все народное хватает сразу. Сидят в кабинетах из красного дерева, и их дети снимаются в Ютьюбе. Ну, не думаю, что это мы с вами, конечно, но что-то он тут имел в виду под Ютьюбом. Добро пожаловать, Евгений Викторович, в новый дивный мир. И я думаю, что, в общем-то, я раньше считала, что Евгений Викторович не жилец. Теперь я думаю, что он точно не жилец. Но вы считаете, что его амбиции в 2024 году уже идти баллотироваться, если, конечно, кто-то вообще допустит, сложно это представить? Возможно, он и не собирается баллотироваться, возможно, он собирается сделать по-другому. Ну, слушайте, черные хунты, полковники, военный переворот еще никто не отменял. Тут у человека есть своя частная армия, два генерала, огромная популярность в обществе. Давайте не сбрасывать со счетов. И за спиной Росгвардия Виктор Золотов тоже, в общем, по большому счету, частная армия. Они же Золотову подчиняются, а не Рамзану Кадырову, у которого, кстати говоря, тоже есть частная армия, батальон «Ахмат». Он, конечно, цирковой, но я так думаю, что он в ближайшее время перестанет быть цирковым, поскольку ничто не мешает Кадырову также набрать туда
контрактников любой национальности, например. Вопросы, которые приходят к вам, вот в частности про новые ЧВК, это тоже такая тема, которая сегодня обсуждается широко, что новые ЧВК создаются. Известно ли вам что-то об этом, ЧВК Миллера или другие? Она называется «Поток», ЧВК, ЧВК «Газпром» называется «Поток», Дерипаскинская ЧВК называется «Редут», у Шойгу есть своя отдельная, причем довольно старая ЧВК, она еще конкурировала с Вагнером в Африке еще давным-давно. Она называется «Патриот», естественно, как же еще. Конечно, батальон «Ахмат» — это, по сути, частная военная компания, разумеется, да. Так же, как и у олигарха Алтушкина есть батальон под названием «Урал». Он говорит, что он воюет там в составе вооруженных сил. Ну, вполне возможно, но это тоже вполне себе частная военная компания, по сути, да, по сути. Их появляется много. Их зачем-то, я не знаю зачем, стимулирует появление Путин. Он несколько раз об этом говорил с влиятельными предпринимателями. Он говорил об этом сначала в сентябре, после объявления частичной мобилизации, что типа у каждого уважающего себя Дона, благородного Дона, должна быть своя ЧВК. И нормально, Лукойл отдельно разрешили сделать ЧВК, ну, там, пока для охраны трубопроводов. И так далее. В общем, сейчас ЧВК – это такое вот новое вполне направление. И я не знаю, зачем это Путину. Вообще, если честно, конечно, я всегда верю, что если Путин что-то делает, то это ему зачем-то нужно, и это, возможно, сыграет через много-много лет. Я вот так не верила и не понимала, почему Путин не проводит пенитенциарную реформу. Это очень просто. Это просто, дешево, очень красиво в глазах Европы будет выглядеть. Никаких тебе пыток, ничего. Это очень просто устроить. Реформа там судебной системы – это дико сложно. Вообще любая реформа – это сложно. Но самая простая из во всех реформ, да, – это пенитенциарная. Тем более, что наша пенитенциарная система, она не наследница царской каторги и тюрьмы. Она наследница лагерей, которые придумали англичане во время англобургской кампании. Это конец XIX века. Она оттуда пришла, мы перескочили, это для белочехов было сделано, которых пленили в Сибири, и, собственно, в двух странах задержалась, в Германии, и мы знаем, чем закончилось. И вот Россия, она до сих пор вот оттуда тащит это кляча. Вот эта система лагерей с колючей проволокой, это все оттуда. Спрашивают, кстати, наши зрители, а что известно о сыне Пригожина? Есть ли вообще у него сын, кстати? О матери его слышали? Но вот я, например, не знаю ничего о семье Евгения Пригожина. Есть ли у него жена, например, и какие-то близкие люди? У него есть жена Людмила, у него трое детей, старший сын и дочь, если не ошибаюсь. Они все в санкционных списках, а младшей дочери совсем недавно исполнилось 18 лет, она не в списках. И вот, собственно, мать его Виолетта, она владелица галереи в Питере, художественной галереи. Младшая дочь, ей на 17 лет был подарен отель, очень-очень такой стильный и дорогой отель в Питере. То есть она теперь владелица отеля, но это еще до 17-летия. Но сейчас уже ее, в связи с достижением совершеннолетия и в связи с тем, что она явно входит в империю отца, рассматривают европейские государства и ЕС возможность включения и ее в санкции против отца. Да, ну, сыновья, вероятно, не на фронте, если они есть, конечно, у Пригожина, вы сказали, что есть. Да, нет, он говорил, что у него сын на фронте, но я думаю, что примерно в таком же ключе, как и остальные, ну, нужные сыновья. Вряд ли он воюет в Бахмуте.